Я приветствую всех на нашем канале, с вами снова Хитсет ТВ. Сегодня мой видеообзор посвящен семенам. И сегодня я хочу познакомить вас с новым направлением фирмы Гавриш. Это два направления. Семена вот с таким обозначением, 1 плюс 1. И семена со значком «Ленивый огород». Что же это такое? Итак, 1 плюс 1. В эту серию семян включены различные культуры. И томаты, и перцы, и цветы. То есть фактически в каждой культуре есть вот такая вот, вот такие семена вот с такими значками. 1 плюс 1. Что означает 1 плюс 1? В пачке, как правило, мы привыкли, что обычные 5 или 10 семян. То здесь количество семян ровно удвоено. И на выходе, как производитель нам заявляет, что мы получим в 3 раза больше урожая. А цена, самое приятное, что остается такая же, как за обычную пачку семян. Так что, когда вы придете в торговую сеть, обратите внимание вот на такую серию. Еще одно направление у семян фирмы Гавриш. Здесь на пачке написано вот так. Новое оформление и написано «Ленивый огород». Что означает эта серия? В эту серию подобраны те культуры, которые, как правило, не требуют к себе большого ухода и не требуют никаких знаний, то есть таких вот больших, обширных по уходу, как посынковать или как выращивать, чтобы получить большой урожай. В этой серии собраны самые неприхотливые культуры. Или же, как можно сказать, что культуры выходного дня. Особенно это удобно для дачников, которые приезжают только в выходные дни. Они могут с уверенностью покупать вот эту серию «Ленивый огород» и высаживать ее. То есть эти культуры, еще раз повторюсь, не требуют огромных знаний и не требует большого ухода за ними. Серии фирмы-производитель Гавриш, внизу вот такой значок «Ленивый огород». В эту группу входит тоже большая, вот у меня здесь просто собрана маленькая, всего лишь немного семян, а в эту группу входят различные культуры. Так что обратите на них внимание, когда вы придете в торговую сеть. Это все на сегодняшний день, о чем я вам хотела рассказать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и всем пока!